Знак биологической опасности. Он указывает на наличие биологически опасных материалов. Да ты чё? А я-то думал, на чё он указывает? Дорогой зритель, с тобой по-прежнему Артур. Ты большой фанат Resident Evil, я бы сказал, раз ты все еще со мной на этом прохождении. Но, тем не менее, мы продолжаем проходить, как ни странно, первую часть Remastered Edition. Это, на мой взгляд, хорошо, потому что игра безумно интересная. Хотя, при этом очень неторопливая и такая, в общем, не знаю, очень старомодная. Короче говоря, что я хочу сказать. В предыдущей серии мы поближе познакомились с Лизой. Лиза, если кто забыл, я напомню, это такое довольно стрёмное существо, которое ходит здесь и завывает. Так вот, оказалось, что это маленькая девочка, которой, когда лет там 12, наверное, было, вкололи сыворотку, и она стала превращаться в нечто. Прошло 30 с лишним лет, и вот все это время она росла в одиночку. То есть это пипец какой-то, реально, очень страшная судьба. Но тем не менее, она все же что-то оставила, там, человеческое, похоже. Потому что мы были в ее комнате, там, обычная кровать, обычные куклы, книги какие-то, тапочки такие мохнатые. Ну, короче, блин, я не знаю, в общем, разумна она, неразумна. Но что-то мне как-то очень ее жалко. Мы двигаемся сюда, вот эти две эмблемы мы вставили, и теперь у нас эта дверь открыта. Что-то меня так спросили, что я даже сомневался. А не стоило ли мне сохраниться или в какой-нибудь ящик накидать вещи? Как думаете? Это старая печатная машинка. Вы можете сохранить свой игровой... нет, я сохранялся только что. А вот и ящик. Хорошо. Так, ну и что же нам со всем этим делать? Пистолет. Пистолет, ты неэффективен. Извини, я буду от тебя избавляться, потому что что-то как-то в последнее время ты пипец вообще. Ни к чему совершенно, просто ни о чем. Далее. Тебя мы тоже уберем, потому что... Ну, вы поняли, патронов мало. Вот это я не пойму куда. Медаль волка, медаль орла. Сколько я уже смотрю на них, так и не пойму, куда их ставлять. Я их сколько с собой таскаю. Так, в общем, возьмем с собой заряды для гранатомета. 12 зарядов, я думаю, будет более чем достаточно, чтобы решить любую проблему. Далее, что нам может еще пригодиться? Рукоятка, ключ от сторожки, который я, кстати, не знаю, куда девать. Потому что обычно ключи, которые больше никуда нельзя использовать, они самоуничтожаются. Но этот ключ... В общем, я не знаю, что мне еще взять. Меня просто как бы... довольно сильно озаботило то, что вы меня так спросили. Типа, пойдешь туда, ты уверен? Ну, не знаю, необходимый минимум у меня, по-моему, есть. Ладно, пойдем. Посмотрим на карту только. Лестница. А на лестнице стало быть что? Таракашки. Вот что. В общем, на удивление, игра, кстати, меня пугает. Я, в принципе, человек не очень впечатлительный на вот такие вот игры. Но тут в некоторых помещениях у меня прям... О, ствол прям нарезной, смотри, сделали. Прикольно. В некоторых моментах она меня реально стремает. Причем не какими-то там резкими скримерами, а, как я уже говорил в предыдущем видео, допустим, кладбище. Здесь она какой-то там такой звук нездоровый идет, что... Мне просто... Ой, оно сейчас упадет, и я упаду вместе с ним, да? Я просто стараюсь оттуда убраться как-то побыстрее. Вот типично для меня. То есть вот тут такие места есть в этой игре. Или где галереи. Галерея, картины там тоже меня пипец что-то вымораживает эти места. Атмосфера в игре — мое почтение. Так, что я хочу сказать. Горят свечки. Свечки горят только... Показалось, свечки горят только в тех местах, где находится Лиза. Это она их зажигает, это ее любимая фишка. Поэтому... я думаю, готовиться следует именно к этому.
Барри. Барри, точно. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Какого хрена он делает вообще? Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Отлично. Все в сборе, как говорится. Пипец. Это кожа ее матери. Она с лица матери собрала. Ой, пипец, а это что еще такое? No time to talk. Jill, hand me my gun. Да хрен с тобой, держи. Thanks, Jill. Так, ладно, что дальше? О, черт. Как выбраться-то? А, это... Блин, я что-то залип, короче, такой, думаю. Я своем вообще думал. Просто думаю, какого хрена я отдал ему пистолет только что? А, подожди, я правильно сделал, что отдал ему пистолет. Помните, я вам говорил про то, что револьвер надо будет Барри отдать? Помните, я полигры про это говорил. Это, видимо, тот самый момент. И, кстати, вот в самый момент, когда нужно было решать, я про это вообще не вспомнил. Я только потом уже вспомнил. Ну, видимо, это битва с боссом, и... Я эти штуки могу толкать? Окей, что это мне дает? Вау, 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 вау. Я тут могу пройти? Но на нее действуют, кстати, мои выстрелы, что, в принципе, само по себе... Да пипец. Само по себе уже удивительно. Я не знаю, что я делаю, но, наверное, правильно. Я что-то краем уха слышал. Ого. Я так понимаю, сейчас можно было выстрелить ей в лицо. Я вообще не знаю. По-моему, я все делаю правильно. Можно было выстрелить ей в лицо, и она бы упала? Или как? Так, сейчас я опять хапну. Нет, не хапну. Подожди, давай попробуем, пока она там это самое делает. Не, ни хрена. Ладно. Прости, Лиза, мне тебя очень жалко, но себя жальче. И чё? Не, ну ладно. Я что-то как-то делаю, короче. А, там мама ее лежит. Так, официально объявляю себя обезьяной с гранатой. Я честно, вот... Чё я делал? Я, короче, просто подумал, раз оно сбрасывается, надо сбрасывать. Сбросил, и в итоге поступил, похоже, именно так, как нужно было. Да? Ну, она ушла или она сбросилась насмерть? Я вот этого не понял сейчас. Она немножко меня... О, нифига себе, немножко. Ладно, видимо, я что-то сделал правильно. Внутри гроба скелет. Постойте, тут что-то еще. Семейная фотография, записка. Ну, мы видели эту фотографию. Письмо. Моей Лизе. День за днем я чувствую, как меня покидает сознание. Уколы, которые сделали мне люди в белых халатах, уменьшили зуд у мамочки. Сегодня они сделали мне еще один укол, сказали, что это пища. После уколов мамочка может думать ясно, но мамочка шокирована и опечалена, потому что не может думать все время о тебе. Мамочка боится, боится все забыть, особенно воспоминания о тебе и папочке. Как выглядит твое лицо, когда мы проводили вместе время? Все это начинает испаряться в темноте моего разума. О, Лиза, я хотела бы прикоснуться к твоему лицу и держать тебя на своих руках прямо сейчас. Так я смогу удержать наши великолепные воспоминания о тебе и папочке. Лиза, мы больше не можем тут оставаться, нужно бежать.
Послушай меня, Лиза, когда в следующий раз нас вместе поведут в лабораторию, мы обе сделаем вид, что потеряли сознание, и когда человек в белом халате ослабит бдительность, это и будет нашим шансом сбежать. Когда мы выберемся, давай вместе поищем папочку. Хорошо, милая? Будь сильной, Лиза. 13 ноября 1967 года. Это с тех пор она, в общем, здесь обитает, и с тех пор здесь творится такой лютый пипец. Но если раньше это было под контролем, то сейчас это все абсолютно какое-то просто реально лютейший адище. Барри, ты не хочешь со мной поговорить обо всем этом? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Все мужики козлы. Реально. Он даже после того, что мы... Ты, говорит, иди вперед, а я проверю посты. Окей. Ну, как обычно, в общем. Барри такой Барри. Не знаю, после этой игры перестану любить, похоже, Барри. Потому что раньше у меня такое ощущение было всегда, что вот Барри друг. А то, как он себя тут ведет, это такая гнида, это пипец. Барри в третьей части был нормальным. Барри в Revelations нормальный. Но тут это же просто реально какой-то... Урод. Урод просто. Ого. Такого я еще не видел. Слушай, я... А нет, я тут не был. Патронов бы каких-нибудь менее смертоносных, потому что... Ух ты. Здесь большая железная дверь, и она не открывается. Потому что жалко будет тратить, если какие-нибудь сейчас собаки прибегут, а я буду их из гранатомета расстреливать. Это будет, по-моему, перебор слегка. Круглое изображение. Ой, круглое углубление внутри изображения. Орла. Орел и лев, да? Так я это понимаю. Короче, я понял. Да, точно, лев. Ну, волк. Какая разница? Не приставайте ко мне. В общем, нам с вами сейчас нужно бежать назад, взять те две медали, и в итоге мы их сюда и вставим. Хорошо. Если бы я знал, я их, конечно, сразу с собой бы взял. Да ладно. В принципе, немного потеряли, потому что здесь, ну, сколько там, минуты три мы на это потратим, так что ничего страшного. Все нормально. Барри. Барри, извини, меня тут камера кошмарит немного. Не обращай внимания. Барри прикрывает. Лучше быстрее идти вперед. Отнюдь. Лучше быстрее идти назад. Короче, Джилл в этой части просто молодец. Реально. Сколько ей там говорили? Я спрашивал, когда сколько ей? 21, по-моему, год. 21 год, и она вот, вот она всех мужиков переборола. Она реально ходит и побеждает. А эти все ходят, короче, и яйца мнут. Просто по-другому не назовешь. Реально такие вот. Особенно Барри. Барри — это пипец. Все остальные мужики тупо умерли вообще. Джилл, меня убила здоровенная змея там. Джилл, меня укусил зомби. Или вообще тупо лежит и его жрут. А это ходит, короче, молодец такая. Молодец. Бой баба. Так. Рукоятка. Черт его знает, нужно ли мне все это. Ну вот медаль. То, медаль это. Пистолет нет, но дробовик можно взять. Я бы даже сохранился, наверное. Черт его знает, что там. Но нет. Гранатомет все-таки, я думаю, в будущем пригодится против босса. Но, повторюсь, я уверен на 100%, что здесь ситуация у меня примерно как с аптечками. То есть хватит реально вылечить всех персонажей игры по 10 раз и после этого еще больницу открыть. Который можно аптечками снабжать, там, я не знаю, 10 лет. Поэтому по поводу патронов я пока особо не беспокоюсь. Еще у меня револьвер есть. 6 выстрелами, из которого можно упокоить кого угодно вообще. То есть реально просто расшибает. Барри такой, окей, я тут делаю вид, что занимаюсь важным делом. Предатель. И я практически уверен, что это Барри пристрелил того паренька, которого мы нашли в пещере, помните? Тот паренек такой, Джилл, там, бш, ему пуля, он умер. Мужики, что с ним взять?
Так, ну, на самом деле, я думаю, что эти медали откроют... Так, подожди, это у нас орел же, да? Ага. Откроет дверь или нет? Насчет двери я немножко ошибался. Здесь у нас не просто дверь, здесь нечто эдакое. Но что же, куда же ведет вот эта дверка? Не поддается, да? Хорошо, ладно. Ладно. Это мне напоминает курганы из Скариба. Помните, есть такие мзуфт всякие и тому подобное. Так, ну вот теперь, я думаю, мы точно в лаборатории. Дайте мне еще травы. У меня травы мало. Место, надпись гласит... Открывать только в чрезвычайных ситуациях. Понял. Да блин, что ж я... Ох, слишком много кнопку жму. У меня почему-то такое ощущение, что я здесь был. Вообще какое-то странное ощущение такое. Также тут есть что-то похожее на какой-то резервуар с водой. Ну ладно, хорошо. То есть у нас кроме спуска вниз сейчас другой дороги нет. Пойдем. Лизу очень жалко. Реально, что-то меня тронула ее история. Сохраняшечка. Музыка, которая мне не нравится. Ну да ладно. В принципе, мы не так многого добились, кроме убийства Лизы, да? Поэтому можно, по сути, это и не сохраняться сейчас. Но, вы знаете, я сохранюсь. Сейвов все равно много, почему бы и нет... Просто музыка. Музыка, ну вы понимаете, все дело в музыке. 25-й сейф уже. Я ни разу. Я, по-моему, когда первый раз проходил любую часть Resident Evil, я столько не сохранялся. Что-то бардак какой-то, в общем, к концу игры в инвентаре. Но патронов пока что, в принципе, хватает, наверное. Стоит ли мне еще что-нибудь взять? Давайте возьмем какую-нибудь аптечку. Вот так. Вот такую. Хорошо. Так, ладно. Все, пойдем, видимо. Тут еще что-то есть, нет? Да, но это по-любому лаборатория. Лаборатория P2. Даже называется лаборатория. Все понятно. Что-то музыка вообще не нравится. Плохая музыка. Топливо. То есть вы хотите сказать, что здесь будут враги, которых стоит будет... Будет стоить сжигать? Стоит будет. О, я уже слышу. Так, здравствуйте, доктор. Как сегодня настроение? Тебя сжигать точно не придется. Ну, опять трава. Чё ж так много травы-то, господи. Так, ладно, не спешим. Смотрим по карте. По карте здесь больше ничего нет. Просто в этой игре очень легко пропускать двери. Очень легко. Так, а это у нас пациент какой-то, похоже. Хотя нет, медбрат, наверное. Эй! Эй! Как ты выжил вообще? Ну, не то, что выжил. Ладно, это печально. Хорошо, тогда давайте сходим назад за фляжкой и... Только сначала проверим, что еще в этой комнате есть.
Будем поджигать. Не надо, чтобы ты вставал. Это мне не понравилось, потому что я уверен, что мы тут будем обратно еще идти. Там же, помните, наверху дверь есть, которая не открывалась. Так, хорошо. Еще один мод-диск. Прикольно. Часть стола покрыта чем-то вроде кислоты. Так, в этой комнате мы взяли все. Но давайте посмотрим, что там снизу еще. Просто, может, увидим что-нибудь, что нужно будет захватить. Ну, на самом деле, черт его знает. Хорошо, сейчас мы... Я просто гляну, что здесь. Просто гляну. Здесь большое помещение. Ладно. И тут я слышу, зомби ходят. Окей. Значит, берем пистолет и берем с собой топливо. Будем жечь. Будем жечь. Что поделать. Единственное, что мне не нравится, то, что я не могу с собой эту канистру таскать. Вот это было бы весело, да? Согласитесь? А то, блин... Две порции всего, это ни о чем. То есть двух зомби поджег и все. Так, хорошо, дробовик мы сейчас тогда уберем в сторону, возьмем пистолет и возьмем жижигалку. Мой диск, подожди, мы его, кстати, не изучили. Угу. Для перезагрузки какой-то системы. Ну ладно, хорошо. Так, теперь приступим. Снова махинации с ящиком. Куда уж без них. Вся игра про это. Господи, как мало травы. Так, зеленая трава. Зеленая. Так, подожди. Еще зеленая. Офигеть. Но я не могу не взять, ну просто вот я не могу не взять. Я вижу траву, мне ее надо взять, потому что ничего не оставим врагу. Но это на самом деле смешная ситуация, то что у нас сейчас есть. Хорошо, вот этот ключ от сторожки, куда же он все-таки, куда? Так, хорошо. Тебя взяли. Блин, подожди. Что-то, короче, не то делаю. Вот так вот, и далее. Фляга с керосином, зажигалка. Револьвер убрать, патроны убрать. Это на всякий случай будет у нас, на случай каких-то непредвиденных обстоятельств. Ну, поняли, на непредвиденный случай. Хорошо, погнали. Не знаю, что-то мне подсказывает, что эта лаборатория будет размером в сам особняк. Абсолютно не удивлюсь. Так, немножко наберем. Я надеюсь, ты не быстро зреющий какой-нибудь скороспел. В смысле, не обязательно. Подожди, а как там делать? А, точно, я уже забыл. Горит или ясно, чтобы не погасло. Все, отлично. Этот не встанет. На самом деле, учитывая обилие у нас патронов для гранатомета, это делать не так уж и нужно, но... Давайте делать все по фэншую просто. Так, мы можем пойти туда. Можем туда пойти, да. Мне бы карту какую-нибудь, это было бы закрыто электронным замком. Электронный замок, собственно, где находится? Понятно, видимо, где-то в другом месте. Хорошо, давай разбираться. Я вроде как слышал, что здесь ходит как минимум два. Надо быть аккуратным. Так, эта дверь... Открывается. Ведет нас. Куда? Походу в морг. Больно уж дверь характерная. О, аптечка. Мало же аптечек и поломать. Давайте сразу посмотрим, что это. Изучить. Открыть.
смесь двух зеленых трав. Да вы просто издеваетесь, япономать. Так, здесь две закрытые дверки и одна открытая. Давайте посмотрим, что за закрытые дверки. Медицинское оборудование выглядит так, будто его бросили во время использования. Закрыто. Рычажочки. Так, ну я понял, но я могу как-то их... А, то есть их надо разблокировать, понял, хорошо. Так, ну давай посмотрим, что у нас здесь. Пока что просто у нас будет разведка. Разведка боя. И что-то мне подсказывает, что здесь не может быть хантеров. Так, рентген. Нахрена? Кларк Дэвид. Ну, вон, легкий, желудок, печень. И чё? Ладно, хоть не Кларк Кент. Какой-то выключатель. Нажать? Давай. Ага. То есть это фотокомната какая-то. Так, Гейл Холланд. Ну, конечно же, памятка на доске привлекает ваше внимание. Что там царапано на блокноте? Для того, чтобы использовать электронную дверь, поместите инициалы в алфавитном порядке. Поместите куда? Сюда? Так, и как-то вас можно там? Так, ну допустим, подожди. А, потом Б. С. Да нет, я не хочу брать, ну. А, Б, С, Д, Е. Вроде как я все правильно делал. Ну, не знаю. Я чисто пока наугад, честно говоря. Все? Хотя нет, какой правильно. Ох, я забыл английский алфавит. A, B, C, D, E. Ну, то есть вот эти вот две, по идее, они должны быть... Я... Не могу вот это забрать. То есть вот эти два надо поменять как-то местами. А, это Джей. Ой, Джи. Гейл Холланд. А как его изменить? Да нет, 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 нет. Обратно давай. То есть получается у нас Эй. Потом C. Нет, не надо менять, господи. Потом E. Вот это вот просто фигня вся отвлекает. Вот эти надписи и вопросы постоянные. А потом J. Ой, господи, почему J? Я что-то сегодня вообще тупенький. G. Короче говоря, алфавит у нас английский. A, B, C, D, E, F, G. Так что все нормально, да? Письмо ученого. Что? В первой части тоже есть ада. Мне вообще вот... Очень-очень нравится взаимоотношения Леона и Эйды. Он такой, Эйда. Она такая, Леон. Он такой, моя любимая. Она такая, опять его обманула. Он такой, Эйда, Эйда, опять Эйда. Ты не могла, как ты смогла. И вот так вот на протяжении уже 6 частей. Япономать. 8 июня 1998 года. Дорогая Ада, на момент прочтения тобой данного письма я уже больше не буду человеком, которого ты знала. Результаты моего теста пришли сегодня, и, как я ожидал, они положительны. Я чувствую, как балансирую на грани безумия, просто думая о том, что обречен. Я бы отдал все, чтобы не стать одним из них. Насколько мне известно, ты не инфицирован, и я искренне надеюсь, что все не так плохо. Но если вышло так, то ты теперь последняя выжившая, и я хочу, чтобы ты забрала материалы из конференц-зала. После активируй систему самоуничтожения в генераторной и беги отсюда. Пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, и передай общественности детали аварии. Если все еще работает нормально,
Ты должна открыть все замки, используя систему безопасности. В маленькой охраняемой комнате я поставил небольшой терминал, чтобы ты могла войти в систему, используя мое имя Джон как логин и свое Эйда как пароль. Тебе нужен будет еще один пароль, чтобы открыть дверь на этаже P2 для доступа в конференц-зал. Для большей безопасности я закодировал пароль в рентгеновских снимках. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты сможешь без проблем понять его. Еще кое-что. И это моя последняя просьба. Я надеюсь, ты никогда не увидишь меня в таком состоянии, но если ты все же столкнешься со мной в этой отвратительной форме, прошу, избавь меня от этой муки. Я надеюсь, ты поймешь. Спасибо тебе, Эйда. С уважением, Джон. Я, кстати, кажется, уже допер насчет... Джон. А, да. Насчет, собственно... Насчет рентгена. Алекс Кларк. Да блин, ну, о господи, оно постоянно меняет. Ох, давай обратно. Так, ну вроде все нормально, кстати говоря. Вроде как... И в этой комнате вроде как все сделано. Не знаю, там дальше разберемся. Пойдем пока просто посмотрим, что еще есть вообще в этом месте. Я, кстати, хочу проверить. Компьютер-то мы же не можем вообще никак использовать, да? Ну ладно, хорошо, пойдем. Если что, вернемся сюда. Эй, да как ты могла обмануть меня? Помните, это в 6-й части Леон. Эйда обманывала его во 2-й части многократно. Эйда обманывала его многократно в 4-й части. В 6-й части Леон встречает Эйду. Эйда убивает кого-то, Леон такой: Эйда не могла этого сделать. Да как же так? И тому подобное. Это просто вообще не поддается логике. Леон такой, Леон. Здравствуйте. Вы не хотите? Я сейчас хапну. Нет, не успел хапнуть. Так, минус. Подожди, камера, не мешай. Ого, притонул. Это я удачно. На одного меньше поджигать придется. У тебя башка отлетела же, да? Так и не посмотришь, но будем надеяться, что да. А вот тебя мы, пожалуй, подождем. А, кстати, здесь же целая тактика, чтобы их как-то в кучу складывать, чтобы поджечь одним зарядом топлива. Про это я тоже уже забыл. Давно я что-то никого не поджигал. Эти штуки тоже вообще не нужны, потому что патронов хватает. Полки заставлены большими и маленькими колбами. Маленькие яйца прикреплены к их стенкам. Что? Я не хочу находиться в этой лаборатории. Причем лаборатория какая-то такая... Пипецкая. Пипецкая лаборатория. Срач кругом. На операционном столе бардак. Да тут кругом бардак. Ты посмотри, это же вообще просто антисанитария жуткая. Так... Заходим в эту комнату. А мы не сможем зайти в эту комнату. Закрыто. Электрический символ. Изображен под знаком. Может, скажешь, какой электрический символ? Нет? Видимо, нет. В общем, нам нужно что-то как-то открыть. Вот что я думаю. Я просто гений дедукции просто. Хорошо, ладно, давай посмотрим, что дальше. Пока что лаборатория не нравится. Не люблю, когда много зомби. Лучше бы хантеры были. Там бы хоть топливо не нужно было тратить. Ого. Так, еще патрон на револьвер. Знак биологической опасности. Он указывает на наличие биологически опасных материалов. Да ты че? А я-то думал, на что он указывает. Резидент, почему ты это делаешь? Часть трупа лежит... Описание просто вообще божественное. Часть трупа лежит на операционном столе. А тут что? Кровь на полу? А, вообще без комментариев. Ряд LCD мониторов. Должно быть, они использовались для показа чего-то. О, господи, я не знаю. Это вот, вот это вот просто я обожаю реально Resident Evil за это, потому что в каждой части есть вот такие хохмы. Логин. Окей, Enter. Пароль.
Это компьютер. Он использовался для работы на компьютере. Это пароль. Он использовался, чтобы вы не могли... Так, что такое? Basement Door Lock Operation Select Floor. My English is very bad. Это, короче говоря, подвал, электрические замки. Выберите этаж, на котором нужно, собственно, открыть. Permission denied. Окей, хорошо. Of course. Хорошо. Блин, а что там? Да, попробуем Кларк. Я на самом деле... пока не разбирался еще с паролями. Ну... да? No match, of course. It doesn't matter, after all. B3F мы открыли, да? Ну хорошо, хоть так. D2F, нам нужен пароль. Но пароль я пока не догадался еще. Окей, давайте просто посмотрим, что еще тут есть. Здесь он какой-то... папка какая-то есть окровавленная. V-Act. Записи ученого. Есть доказательства того, что когда носитель теряет сознание, тело впадает в кому. В это время вирус становится активным, он быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. Носитель в конечном итоге мутирует в человекоподобное существо. Мы зовем их V-Acts. Его скорость и удивительное мышечное развитие требуют особого внимания. После трансформации оно становится более ловким и агрессивным. Уже четверо наших исследователей погибли, пытаясь покормить его, невольно превратив это место в кровавую баню. После этого жесткого и трагического случая мы решили назвать их Crimson Head. Ну, то есть, Crimson Head — это самые жесткие зомби. Этот ценный и опасный образец прототипа не может быть оставлен тут. Нам необходимо найти способ борьбы с ним. Уничтожение, безусловно, не вариант. Наконец, мы решили заморозить образец и поместить его в тело в подвале на кладбище. Crimson Head у нас в подвале на кладбище и встретился, да? Помните, как тистая тварь-то? Тот зомби. Сервер управления информацией. Похоже, он сломан. Ой. А давайте не надо. А давайте не надо. Разнообразные химические вещества, не виданные вами ранее. Слушай, я реально говорю, хватит аптечек, это уже не смешно. Замороженные трупы завернуты... ну ладно. Капитан Очевидность в этот раз просто не стал хохмить, просто сказал, что видит. Так, что еще тут есть? Там какая-то картина на стене. Вот это вот самое жуткое, по-моему, это просто пипец. Так, хорошо, давайте проверим. Мне почему-то кажется, что они вставать не будут. Ну, в смысле вставать, ну, поняли. И знаете что, давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии мы с вами пойдем и посмотрим, что за дверку мы открыли. По-моему, где-то недалеко. Я вроде как догадываюсь, что это за место. То есть, по-моему, дверка у самого входа. То есть, помните ту первую закрытую дверь, когда мы только попали в лабораторию? По-моему, это где-то там, но я точно не уверен. Разберемся в следующей серии. Насчет пароля я тоже подумаю между сериями. Что-то как-то у меня в голове вертится вот эти вот Кларк, Гейл, там, что из всего этого можно сложить. Я подумаю, короче, не буду на серии, просто эти затупы, там по 5 минут, это, я думаю, не так интересно будет смотреть. В общем, как бы там ни было, мы подобрались уже к лаборатории. В лаборатории у нас, зомби. Не могу сказать, что это хорошо. Зомби-враги такие не опасные, но в итоге могут превратиться в реальную проблему в этих Crimson Head'ов, если что. И, соответственно, нужно их убивать и поджигать. А мне это не сильно нравится. Это тратит очень много времени. Ну да ладно, в общем, мы с этим мы тоже разбираемся. Как видите, каких-то особых проблем у нас нет и в этом. Возможно, следующая серия будет последней. Возможно, нет. Как бы там ни было, увидимся в ней. С вами был Артур. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Всем пока.